нижней мере цветки. Ольга, все, добрый вечер. Владимир, а все южане погибли. Это я пробовал их из базарных выращить. Ну, это нормально. Вот. Жаль, что вы наверняка, когда покупали, вы не знали, что это южане. Вас, скорее всего, обманули. По поводу посадок. Итог сертификации урожая 23. В этом году печален. Продуктивность 5 из 350. Что за год? Да, сегодня качает ночью около 0, днем плюс 20. Нет, тут что-то другое. Вы знаете, я часто бывает с тем, у кого такие страшные неудачи, я бывает долго-долго разбираюсь. То ли сухие получили, то ли срефицированные. Как хранили, где хранили. Варианта 2. Сильно сухо, не хватило влаги, не взошли. Или было сильно сыро, и они просто сгнили. Хотя внешне это, знаете, сколько было? Я такие случаи проверял. Где-то я переборщил, ну, 20 банок стоит. Вот одно и смотришь, а уже плесень появилась. Караул, песок не виноват, не плесневит, а вокруг косточек плесень. Раскрываю, смотрю, косточка лопнула, а ростка нет. Вторая косточка лопнула, а ростка нет. Все ясно. Они просто сгнили. Они раскрылись, но не потому, что хотели расти. Вернее, даже так, хотели расти. Но в момент раскрытия они уже сгнили. Вот. И получается, что вы потеряли очень много денег, вы потеряли очень много этих самых косточек. Но причина где-то возле вас. Потому что, ну, я показывал вам, еще могу показать. У многих схожесть, ну, под 100%. Даже не у многих, у большинства. Вот, хотя мне каждое такое письмо, так я после этого болею. Зульфия, добрый вечер. Наталья, доброго времени. Здравия. О, Мирослава, привет, дочка. Добрый вечер. Всем смогла присоединиться чуть позже. Это хорошо. Так, лучше поздно, чем никогда. Свинин, добрый. Привет. Зыкова, скажите, пожалуйста, почему не плодоносит слива? Возраст 10 лет, нет опылителя, одна растет, что можно сделать? О, вот уже сами назвали причину. За 10 лет-то можно супругов-то и посадить. Ну что же вы так-то? Что можно сделать, чтобы заплодоносило? Привить, посадить опылитель. И привить, и посадить опылитель. Ситуация не моя, но очень заинтересовала. А, так это не у вас, а я вас ругаю. Ну, в общем, ответ напрашивается сам, понятно. Так, Валерий Константинович, чернок персика хасанского привила на китайку красно-синюю. Прививки прошли в рост, когда лучше пересаживать на постоянное место, сейчас или осенью. Нет, уж теперь давайте ждите осени. Ой, уже пусть набирает сил. Опасно сейчас. Величихина. Добрый вечер. Лобасов. Всем добрый вечер. Смоленская область. Федосеева, здравия. Персик троняшка взошел. Троняшка, что за троняшка? Росточки легко разделились, семенолия у них родильна. Видимо, уже и троняшки бывают. Я же особо никогда персиком не занимался. Так, вот. Больше привал. А вот с косочки. Уже и двойняшки пошли, и троняшки пошли. Видимо, все как у людей. Семидоли у них раздельные. Ну что, ребята, мы недолго с вами беседовали. Недолго. Всего полчаса. И хорошо, тогда раньше закончим. Сейчас мне надо вспомнить что-нибудь такое особенное. Можно, что я не сказал? Так. Ну, могу поделиться. Сейчас мы с Юлей. Она вырастила добрую сотню саженцев маджурского ореха. На территории России вещь чрезвычайно редкая, реже, чем персики. Но никому не нужны. Десяток продала Татьяна Александровна Сергеем, мои эти дети. Вот. А остальные 90. Ну и дело в том, что они особенные, их уже нельзя на второй год оставлять. Они растут мощно, и у них такие корни, второй год уже не выкопать. Уже рубим. Поэтому будет пресс заниматься этим или нет. Но эти 90 мы уже начали с ней выбрасывать. А может уже и не 90, а может 150. Вот. Но я все поступил по-честному. Я дал объявление в газету на телевидении местное.
Тадогорскую. А формулировка была следующая. Значит, примерно такая. Семья Железовых передает в дар, значит, от 50 до 100 саженцев маньчжурского ореха для посадки на территории города. Вот. И тишина. И тишина. И вот сейчас я их... Они тяжело копаются, сейчас мы их выкапываем и выбрасываем. Вот что есть, то есть. Кто-то скажет, а почему вам не посадить их в тайге? Я говорю, да, запросто. Пришлите денег, это отдельная большая работа. Вы даже не представляете, что такое посадить. Посадить, чтобы они погибли, нельзя. Значит, надо специальную площадку готовить. Еще замаскировать. Ой, что там, это. Попробуйте. Выкопайте, отвезите, подготовьте, посадите. Вот. Никто не собирается помогать в этом деле. А советовать будут. Как вы выбросили? Почему не посадили в лесу? Вот. Или, например, в этих самых. Почему не посадили в скверах? Вот. Ладно, про это я от обиды поговорил. Про маньчжурские орехи. Так, что еще? Что еще? Впервые мы посадили. У меня плохо покупали. Я больше всего у меня, помните, я рассказывал про черешни, которые на степной вишне прекрасно себя чувствовали, дали прекрасный урожай, помните? Вот, вишни окультуренные, которые, а и вишни, которые на жуков, эти самые, с Украины привез, помните? Культурные. Вот, и я впервые, вот меня, наверное, слышит это самое, Мельникова, моя племянница Юлия, которая будет железо, надеюсь. Так вот, мы с ней долго ломали голову, что делать. Сергей, просто есть вещи ходовые, абрикосы, персики, а есть непонятные. Вот мы пролетели с маньчжурскими. Представляете, вырастить маньчжурские орехи, одно-двухлетние, теперь рубить их той же лопатой. Рубим, рубим, рубим с трудом. Ох, какие у них корни. Вот это, пусть дикарь, ну какой. Какой он ценный, только это никого не волнует. А вот что касается вишни и черешни, мы стрессировали черешню, а выбрасывать то, что осталось, это невероятно. Вот сейчас взять, а они же уже, классификация закончена, их или выбрасывать, или садить. Вот. И взяла Юля лопату и пошла садить. Вот. Сама, по принципу, сама садики садила. Вот. А потом Сергей включит черешню. Ну, она субсидирована, взойдет, часть взойдет. Она тяжелая на это, на обсхолюсь, но взойдет. А потом Сергей будет ее продавать. Почем еще непонятно, не привитая же. А у нее гены вишен в ней. Вот. У меня же вот тут же рядом, вот видите бочку? Вот, прямо на экране. А за этой бочкой, значит, небольшая этот самый. Ее почему-то совершенно не видно, небольшая грядка. С этим, с сеянцами академика, ничего. Нет, за 3 года ни один не подмерзся, ни одной веточки. А если черешню себя покажет, первый год оставить в покое, пусть переживет морозы. Если не замерзнет, то 3 года можно продавать их жителям Москвы. Может, первый год, но это уже на их страхе риск. Москвы, Питера, вот, Липецка, Магнитогорска и так далее. Пусть не привитая, но у нее гены настоящей сибирской дикой вишни. Больше подвоя косточка. Видите? И еще и вишню культурную. Я ее привез с Украины, жуковскую, вот, дедовского сада. Это моя память. Вот, я уверен, что она не замерзнет, потому что когда я вишню привил на местную вишню, черенки, у меня получилось 3 дерева, урожающие, вспоминаем ветераны, урожающие страшные. Вкус необыкновенный, это у привитого. Вот. И ни одной подмерзшей ветки за все десятки лет. А привез я ее еще в том веке, представляете? А сейчас косточки. Посмотрим. Вот сколько я вам наговорил вдогонку. А на этом я прошу вас с вами. А, и не обязательно ведь ждать, что вот вырастет Сергей. То есть сперва Юля вырастет, потом Сергей вам продаст. Да вы сейчас семена покупайте, кто вам не дает-то?
После каждого такого призыва обычно или ноль, или один заказ в неделю. Вот такие времена настали. А вдруг? А все еще, а вдруг найдется, кто 1000 выпишет? Ну хорошо 100. Ну хорошо 300. Ну хорошо, 40. Все, друзья, до свидания. На этом я с вами расстаюсь. Спасибо вам за то, что вы меня дослушали, и за то, что слышали стихи. Стихи хоть немножечко разбавили эту грустную историю, ведь опять только негатив. Вот, самому обидно. Самому обидно. А хорошего пока мало. Вот. Доживем до осени. Сколько будет этих радостных. Но в стране творится что-то невероятное. Погодная аномалия уничтожает миллионы плодовых деревьев. Выжить могут только сибиряки, вот эти наши. Причем не дикари, нет. Это лучший сад в России. Какие к черту дикари? Раз. И второе. Секатор к чертовой матери. Я показывал десятки фильмов. Я хожу от дерева к дереву. Там, где я ничего, вот я подхожу к дереву. Ведь видно все. Видно три сухие ветки. Видно, что здесь я не отрезал. Все живы до верхушечной почки. И все в зеленых листьях. А где отрезал, мало того, что уже не только вот огрызок, сами знаете, отрезаешь на прививку, оставляешь такой огрызок. Это прирост последнего года. Мало того, что, как правило, она мертва, и еще ветка второго года, которая годом раньше, тоже мертва. И один пример, второй, десятый, пятидесятый, сотый. Ну сколько можно? Ну, говорить, что не режьте, не режьте. Кто заставляет каждый год? Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Это же предатели, они не ведают, что творят. Ведь любого из них спросите, где ваш сад абрикосовый? Если на ту конференцию не привезли, кроме нас, сибиряков, с этим, с Байкалом не привезли ни одного плода абрикоса. А с чего они будут? Вот в книгах написано, каждый год отрезают. Вот и дорезались.